сегодня мы провели для студентов в ИГУ, это о том, как понять, что же такое есть любовь, счастье, успех. Потому что в наше время, когда есть огромное количество информации, мнений, огромное количество книг о том, как это, как нужно правильно, а как неправильно, человеку очень сложно достать внутренний свой ответ. Задача квеста через игру, потому что игра – это один из самых эффективных способов вообще обучения. Через игру понять именно для себя, к чему мы идем, что важно в жизни.